Как бы это борта. Чё, тут погнали. Ой, какой-то квест дать можно. А чё, что-то не могу зайти. Ну это типа кольцо поменять. А-а-а. Не-не, у меня другое, у меня типа... Что-то. Так, Рыл, у кого? У тебя, да? Ну давайте отдам мне нахуй. Изука взяли в пати? А как отдавать Рыла, блядь, мне это стоит? Да во-о-о-о-о. Назначить помощником. Какая вообще разница? У меня есть только исключить. У меня аддон стоит, наверное, из этих. Нажимаешь. Да, исключить нормально, исключить подходит. Вот ты рейд открываешь. Назначить литером рейд. Все. Да. Так, здравствуйте, господа. Благодарю, что выбрали наши авиалинии. Сегодня мы будем лететь в Каражан. Могу порт открыть, купи маску. А, есть сумон. Конечно, для тебя есть все. Тебя на двух персонажей сумонить. Угу. Сначала Пала, потом Вара. А если наоборот, нет? Ну или наоборот, без разницы. Подожди, ну Вар уже твой в рейде, все нормально. Да история. Так что-то не сходится. Меня же только что не было. Вот, Дюка Дестрики будет что-то достать. Триника угарная, Брока это сумона. А что это за триника? Неплохо. Так ну, она должна прухать. Ты на себя типа стакаешь сразу все стаки и начинаешь бой. Ты чё, блин? А как стакать? Ну любое заклинание жмешь. Я перышком на маге стакал, помню. Ну, ты тебя первого уровня что-то берешь на себя на стаке. Омоложение там вешай еще какую-нибудь хуйню. Так, рыбу поешьте. Давайте вам метку поставлю. Вон она в крестике. Еще подгонит кто-то да. Масло, не? Прием. То масло? Да нет, должно быть свое, по идее. У меня одно осталось. Я все съел его. Рос, какую тебе метку поставить? Будешь трусиками, да? Плане метку зачем? Ну не знаю, тебе нужна, не нужна? Чтоб себя видеть? Да, чтоб себя не потерять на мониторе. Понял. Нет, не нужна, спасибо. Давайте, рычи на присутствие, кого что не хватает, и пойдем. Лангрис должен быть... А, вот перевали Мертвого Ветра. Какой-то Дэвил Волк мне пишет, вы с Розом во второй статик записаны, в чем прикол? Я без понятия вообще. Ну, потому что разные персы. Напиши ему, что другим персом. Роз с собой пойдет в это, и другим. А кто это Дэвил Волк? Лангрис тут. Это Пирекс. А-а-а. Этого с коня начнем. Касательно боссов, пойдем также по токенам в первую очередь, а потом вернемся на тех, кто нужен. Точно знаю, нужна нам опера боссу за топором. И если что-то нужно будет еще по факту, вы тогда сообщаете. Я бы еще коня с опера взял. Да фул надо. Ну понятно, но мы начнем с токена в первую очередь. Рос, коня убери. Да, это на удачу. Гудлик, потеряйся. Кого завагонить? Гудлик, сейчас тебя кикнем, как будешь обижаться, как нашел. Так вы же не на боссе. Мы на боссе. У нас босс с нами в пати. У нас подъем. Я говорю про босса в рейде, господи. Он в рейде, все нормально. Да босс. Не он. А кто? Конь, блядь. Конь у паладина есть этот аура. Гудлик, определись, зайди нормально потом. Гудлик вообще странный, в рейды не ходит, на замене сидит постоянно. Что это такое, а? В смысле, я хожу в рейды, просто меня не берут в Каражан, я с пугами хожу. Не, так я ж про Ольду сейчас. Вчера завтра сидел на замене. Меня нету вечно, когда надо. Так а что мне там делать? Надо. Вместо меня он дрыщ дамажит. Так не здесь все в одну точечку, чтобы не этот не бегали кони. Не, надо просто сделать замену типа ЕП 90%. Не, нельзя. Тогда будут все сразу рейд, блять, хотеть и все. Ну, кстати, а если хуй, блять, в рейде не сидишь и это, блять, и ЕП получаешь. Шоколадно, блять. Не, ну, честно говоря, объективная тема, типа, по поводу чуть меньше, типа, давать. Да, и тогда никто не будет сидеть на заменах, будете радоваться.
Ну, тут тоже, да, типа, две медали, бля. Ну, тут... другие тогда одеваться. Вы можете стопнуть сейчас ДПС и дать на пул у меня? Ни одного на пула нет. Сейчас, да. Стоит АФК, просто ему кайф. Зорки, это ты обиделся, что мы Мирона не убили? Да я-то чего? Это нахуй не нужен. Мне там вообще ни один босс не нужен. Ну, единственное, что нужно, это шапка с Каражан, и может быть даггер с этого цвика. А, ну и это левая рука с магией. Типа, все, трешку. Ревностный прокнул. Держите крепко. Не нужен даггер с ЭК. Ну, нет. Нет, да если шапка, если шапку все заберут, то даггер дарю все. Даже рулить не буду. Никому из нас тут даггер не нужен, музыка, кроме меня. Блять, зачем это заебучий собак? Блять, мне эта собака до воскресенья, пиздец. Я почему не вижу у тебя, ну, на пул в КД, вот, я не понимаю. Ну, он только, блять, ты его смотришь специально, типа, в секунду в секунду, когда... А я его смотрю там, всегда, вот, как только я вижу его не в КД, вот, мне уже печально. А ты чё не держишь? У тебя же 2-4. Откуда? А у тебя нету ещё? Не на ретрик, я не напротив. Пиздец какой. Да я ж не ходил. Да и здесь вообще, как видишь, не падает паладин. Зорки, а ты столик ставил, нет? Не. Нет, не ставил. Надо столик будет. Теперь босс. А че у меня уешка больше? А, нет, больше бегает. Так, мы по путям раскидали, у нас идеальный Карнес, да, в одной пати плюс Сайном сейчас перекидаю. Нет, главное, чтобы я был в пати с Шаманом. А ты вот... Это понятно, сейчас. Я про другое. Это где-то Фире? Ты не видишь, что я постоянно в Фире бегаю? Кто у нас сегодня этот диджей? Ой, давай ты. Да а, не я танчу, блин. Мне неудобно будет переключить. Дядя Зорки, сделай. Не-не-не. Давай, я не умею битвами пользоваться. Я не умею этим. Я тоже не умею. Напишите Донту, пускай поучаствует все-таки в рейде немножко. Хотя бы музыку включает. Так, ну, сидит постоянно в дискорде музыку слушает. Пусть он будет включает. Я в этом, честно, я вообще не разбираюсь. Я из деревни, блядь. У меня Spotify подписан. Пизда, блядь. Чё, тебя в текстуру загнало? Да, блядь, он вообще, он после фера какой-то бред происходит. Ну, типа, такое ощущение, что у перса какое-то происходит в голове, brain lag, и он, типа, стоит на месте, не может пошевелиться. Так он испуган был. Нет, после фера. Ну вот, после испуга отойти не может, у него это посттравматический синдром. Ну да, я же говорю, типа, какой-то brain lag получается. Ох, психиатру, психологу надо поговорить об этой проблеме. Что он пиздил мертвый в коне в каком-то замке, блядь, что с ним есть? И они его напугали, что ли. Они не мертвые, они призрачные. А, ну тем более. Так, нужно кого-то поменять по пати. Да ты, блин, музыку дай мне. Блять, я немножко занят. Чуть-чуть. А как, отсюда пулять или две пачки там внутри пульнуть? Да, ты так не пульнешь же вроде, нет? Говорю, лужи, две пачки. Лужи пульнешь. Лужи пульнешь. Так, а, я же говорю, одну лужи, пачку. Лужи. Да пуляй две сразу, господи. Они же две приведут. Ну и пох. Мана кончится охуенно. Слышишь, Кронес, не давай стан, пока они не этот, не добежали еще. А то я просто ничем не могу сагрить с мили атак. Блин, ну конечно, зорки в трэш вообще не дамажат. Че так? Я аркан маг, ёпта. А чё ты себе не сделаешь, типа, ну, на трэш в кару какой-то спек ауешный? Ну, фаера, да, блядь, а потом опять на фаера пересесть и играть фаера. Нет, ну никуда не пересаживаться, просто на трэш. Вот я себе на сову, типа, блядь.
Так и так дамажка, он и звук дамажит, этот шипы дамажит. Ну просто типа, если все будут дамажить по 15к. Так если так и совать. Не, так на большом паке я много дамажу, я просто не хочу агры совать. У меня агры, я отхожу, на мне мобы. Знаешь, вот как у них это, ХП увеличивается, ну, это, размер фрейма ХП, если через вышку смотреть, значит, на меня скоро побежит. Я поэтому отхожу и не дамажу. Просто нажми тап и бей следующего. Так, а у Ешкой как жми тап и бей следующего? Ну вот так. Ну вот видишь, нормально, вон 10 тысяч будет. Все зависли, да, попалец? Ну 10 тысяч это что, много? Ну нормально, выше среднего, что сейчас будет. Я и так билд сделал, чтобы у меня дождь не 2000 бил, а 3000 бил. Специально я что-то писал. У тебя есть ДБМ пул, да, Рос? Нет, подожди, нет, столик нет. Надо поставить еще. Столик. Да, ставь вот здесь. А фласки еще выпить надо. Конечно. Рыбу мы поели, а тут вообще вопрос... А нам нужен распыл, правильно? Давайте я заведу сову. Ну, кстати, можно завести, если тебе не трудно. Надо вред ее забежать, она не будет распылять. Ты тогда нам давал сову, а выкинь, я не распылял. Так мы в 8-ю патию кинем, и все. Понятное дело, надо, чтобы я в рейде был, но я могу дисконнектнутым быть в рейде в любой пати. Да, без разницы. Раз это не работало. В прошлый раз, да, это не работало. Должно работать, все нормально, не это знаю. После релога сервера только не работает. Да, в прошлый раз же мы этот, мы же репати сделали, у нас не было в пати, в пати. Не, наверное, сервер. Туда. Что выки точно не работают. Что, давайте не было выки, все. Этот, ты уже зашел или нет еще? Я жду команды пула. А, ДБМ пул. Давай ДБМ пул сам, у меня, ну, типа, выключены доны. 3, 2, 1. Гениально. Нормально, подойдет, ничего страшного. Я понял, придется мне включить этот. ДБМ постараюсь. А да. Чем тебе, типа, мой ДБМ пул не устроил только что? Да все нормально, но просто видишь, что ты недоволен. То, по-моему, идеальный, наоборот, доволен. Сказал, я, что... я похвалил. А, похвалил, все, тогда нет, тогда так оставляю. Только так использую. Или ты думаешь, хил может быть недоволен ДБМ пулом? Ну, может быть. А подожди, а один, вот когда нужно реагировать на О, или когда вот типа... Когда я говорю один, это уже пейте хэдспоты. На всякий случай лучше на двух пей, блядь. Потому что нет, на один, пейте на один, я не пулю на один. Я пулю уже, типа, этот, на двойке. Ну, типа, на нуле. Короче, один это для хэстпота. Кто видит, сколько агро у меня? Я могу альтануться? Не, сейчас будет вторая. А вторая будет не скоро, блин, тут 2 ляма еще у босса. Да, еще 2 ляма, там уже все, он подходит к фазе. Он разве не на нуле? Не, нет, он там на 15-10% посажается на коня. Что смотри? Вот, сейчас на нуле. Ну? Все, тогда на пуль в меня, и сейчас я этот... Босс, остановись, дайте сальву по боссу. Да, дали, босс. Дали. ЧВ. И вообще останови атаки. Корнес, ну. Да Корнес ногами дамажит, забыл. А я не знаю, ты напулил в босса, ты понимаешь? Я не в босса напулил, алло. Да, конечно. Понял. Да, мне здесь не пишут, на сове напишут, нужно настроить было. Понял. Чтобы доказал это сразу твой этот. Я просто через этот, блядь, через готовность еще один пул дал.
Блин, а я забыл колечко надеть. Ну ладно, когда-нибудь. Если вдруг дебаф на конте будет, не дисплейте, пожалуйста. А что он дает? Ачивка будет. Не дисплейте, если не пожалуйста, не дисплейте, умоляю. Богом прошу. Ой, секс, ой, спасибо. Хуй-то! Бля, да. Сейчас бы было два кристалла. Ну, похуй. Не мог альтабнуться, слишком много дома, что. Ну что, мало, блядь, в тот раз и больше дома косарь будет. Знаю, чё. Ну, от диспелла зависит. Ну да. А так, а... Сейчас. Ну, глазом, глазом. Стойте, наверное, с одной стороны. Роз, стой. Только тут, дальше оттяните, дальше оттяните. Да, переходите все на другую сторону, просто чтобы не этот... Да на какую? На одной стороне все стоят. Не, тут, не, не, не на одной. Дуть в этого, ебать. Иди к мужчине становись, он к тому, блядь, там кончил. Да-да, блядь. Так, глазом он же не видит, не, это, не слышит. А ему написали? Отойду подальше. Рос, может, ты правда перейдешь на ту сторону? Просто сейчас всех этот пошотает огнем. А кого пошотает? Ну так отойдите дальше. Они, вот сюда, вот сюда, одни. Вот. А вот тебе сюда. Проще, блядь, одному на другую сторону перебежать, чем, блядь, ветерым стоять, блядь, это. Но... Вы пока о, спорите, да. Могли бы уже сварить давно. Так, да, агрит из звука. Босс, извини. Или Карнест, непонятно. Вы тут кто-то. Умрете. Вы... Умрёте. Только зря вы две пачки сагрили. Сдал второй на пол. Сова, ты можешь сейчас толкнуть их всех к направлению танка? Понял. Нет, так ты сейчас не в ту сторону толкнул. Я придумал новый ник для Карнеса. А Барнес, и как бы тут не ошибешься. Барнес. Это нужно... Вот, кстати, будешь создавать себе ДК, чтобы в соло играть. Типа в 1x1 арену. Там вот как раз таки Барнес будет хороший ник. Все поймут, кого бояться. ГКДС. Бля, чё из рука АФК стоит этим глазом? А чё вы так мало сагрили, кстати? Две пачки это было. Я нашел пригласить группу, вот я типа не добавился. Потому что боится. Потом табнешься, примешь приглашение. У меня дома нет. Я вчера все вырубал. Ты напуливай там служанка. Подожди, куда ты врываешься? А что, опять помог? Я сейчас, можете еще одну пачку вот это. Только я это, типа, служанки похуй на таунт. Поэтому сами с ней разбирай. Служанка. Служака. Служка. Реально служка. Да, а чё? Чё ей похуй на таунт? Что она служка, блин, она даже не служанка. Так, а ты уже в пати? Я чё-то не вижу. Уже стоишь в группе написано. За сову. Ой. Пуль, на пуль много. Блять. Ну, где сова? Давай, толкай. Умрёте. Блять, одна секунда была до этого. Гнева. Тоже тут. Хорошо, что ж не хилки можно спиздить. Меня Изука без Дискорда раздражает. Ну, вот эти пулы. Ну, нужно это. Что решается такое у него? Сколько уже? 2 месяца нету в Дискорде? Не знаю.
Ну это такое, если честно. Бля, давайте или выйдем, или зайдем. Ну типа по одному, мы сейчас просто по-тупому умираем. Выйдите все. Выйдите все. Да так, типа, не соберутся уже мобы. Все, заявились? Да вроде да. Все, заявились, хотите. РДД-пачка, все сюда в луну установите, чтобы они как не растягивать мобов. Сова в том числе. Ну тут же рыба стоит. Поешьте. Не со специями. Надо было отрешить как-то хуёвый поставить. Ура. Так у Донта вроде только, да, со специями у кого-то? Не, этот ставил много. Чем они забрали? Айна? А, шмань, нет. Батя Айнана, блядь, задушили, вы еще, блядь, с него рыбу требуете, охерели. Айна, не слушай никого, все хорошо. Все, глаз полетел. Да в пизду эти РБК. Хуже контент, чем кара обычка. Идеально, не забудь стать древесиной. Не врывайтесь сразу, давайте подождем. Бля, сколько? Если одна пачка, то похуй. Если две, тогда нужно два на пол. Тебе, по-моему, мало, да? Одна, да. Да. Они вышли в контроль. Корнеас, ты этот, не давай гнев, пока они не начинают кастовать этот... Ну, свое пламя, да. Да не, больше уешь из толстого друга. Конечно, надо на танка себе поставить будет этот, на гнев символ. Ну, что-то мне так впадло. А что он там символ дает? КД в два раза. 15 секунд остается, ну да. Полезно. Да не, это очень сильно. Ну, тут да, тут максимально. Типа я сейчас мог соло сбивать эти все косты. Так мы с Корнесом почти одновременно даем гнева. Ну, типа, давай ты его будешь контролировать. Ну, не хочу. Не, ну просто скажешь, я сдал, а потом... Твой РЛ. Ну, понял ты. Да, блядь. Хорошо, ну, первый сдает рост. Ты пригласил? У тебя КД? Не-не. В луну все вернитесь. Настя, кис, приглашай, я пока готов альтануть. Блядь, где-то там. Сейчас. Пригласил. Так а чё, Изука позвал или нет? Да, Валерий висит. Вижу, много идет. Осторожней. Нужен двойной на пол. Сейчас дам. Вы умрете. Я дал гнев. Помню, что такого страшного нету. Потому что никто не бил, поэтому нет ничего страшного. Да они так стоят, типа я могу и три пачки держать спокойно. Не, ну просто время тебе давать, чтобы ты нагрелась, а я пискнуть пать вообще. Да они даже не чтобы нагрел, просто чтобы они стали. Ну, так это просто начинают бить заранее, они начинают растягивать все комнаты. Ну да. Блять, кто нахуй этой собаке ебучий дал мячик, блядь? Теперь весь коридор пи-пи-пи-пи-пи-пи, блядь. Замучи. Че, вынимаемся? Пистолетом... Подождите. Зука ведет. Зачем? Не испытывайте судьбу. Вернитесь. Давайте так быстрее намного. Мне быстро было в прошлый раз, мы минут за 10 почистили. Ну да, это быстрее, чем там за колоннами лоссать. Это типа непонятно, как они там бегут, разбегаются. Большая пачка. Там, походу, ту пачку можно было не пулить. Большая пачка бежит. Подготовились. На пул один, сразу говорю. Ну не бейте пока, пусть у тебя нагрело. Стоп, еще идут. Не давайте, еще много идут. Не уешьте, просто нормально все. Ну скажешь, когда можно. А, сейчас все подойдут, и это можно будет. На пула нет еще 15. Все, можете, только гнев. А, меня скинули, лол, что?
Ебать, а чем? Ты споткнулся, брат. 5 секунд. А, обожмись. Каплю бабл. Каплю бабл, да, бабл, что ты орёшь? Блядь, что ты делаешь? Там, блядь, 0 хп было, блядь. 0-100. Даже ревностно не прокнул, что ты орёшь? А тебя... Кого жмыгается, все нормально. Я еще просыпаюсь. Не надо. Вы умрете. Ты знаешь, когда мы первый раз проходили, пачки вызывали у нас на большие проблемы. А тут их пришло, по-моему, штуки 3. 3, да, где-то. Да, поэтому было немножко страшно. Да нет, они, ну, ревностно, я вижу, как прокнет, я прожму. У меня просто аддоны не включены, я ничего практически не вижу, поэтому напрягаюсь. Нормально, да, согласен. Да это ебаная командировка, блядь, вообще нихуя не успел, блядь, ебаный центр занятости, блядь, его рот ебал, блядь. Конференции, блядь. А где спалите с меня проклятие, потому что оно жесткое, прям силу на 70%. На лакея в таунте не работают, поэтому умирайте. Да нормально, сейчас доиграем. Ничего, можно начинать. Крис, стакнулись? Ладно, глаз полетел. Я пока не могу прочитать это заклинание. Скашку добить можно. Стойте. Сдал на пол. Все, можете бить. Вы умрете. Вы умрете. Вы умрете. Гнев, если есть. Все повисли? Нет. Со шляпом у меня какая-то с интернетом. Или силосом. Почисти комнату, подарочек. Не-не-не, у меня понял, но у меня типа как будто дисконнект, ну типа когда фризит, это фризит, а тут как будто дискон. Ты месте. Из Беларуси, да? Нет. Разве Ростов не Беларусь? Ну, всегда. Прям. Всегда был Беларусь. Да. Не, хотя... Типа когда того, когда может, стало мейнстримом. Путин баскет, да. Не вырывайте, идите. Можете бить? Умер. Гнев, он же сейчас вас всех задует. Сейчас мне звонят, надо это ответить. Сейчас он видфрейма хотя бы вытянул, блядь. Будет, у тебя пушки получше не нашлось? Типа, серьезно? Типа, хорошая пуха с РБК? Нет. Так у тебя же с Людуара вроде была, не? 240 с духом критом. Ага. Да ну ладно. Сейчас я еще проведу сразу, наверное.
А, все, идут. Это потому, что я триньку с Накса сменил с меткостью, эту пуху пришлось одеть. А, гнев готовь, там до хера идет. Давай, Корнес. Корнес. Сейчас на пол 4 секунды. Обновлю. Понимаешь, блядь, самое главное, что мобы какие-то рандомные вообще, не на мне. Они, типа, ну, кто-то играет точечно, и они поэтому убегают. Вы умрете. Это, кстати, Властовый, да? Да. Ну, вроде больше нет никого. Да, все чисто. Ну, вроде даже не очень долго били. Да. Ну, где-то плюс босс 20 минут. Наверху там тоже особо ничего такого страшного. Мороза не люблю. А, видите рыбу, где там она? Хотя только я падал, не надо, наверное, для меня. А, ну уже поставили, спасибо. Рыбу поешьте. Метку на нее покинул. Это настоящее. Так, кто у нас там? Дороти это паладин, по-моему, да? А нет, это ШП. По-моему, это мега хиленная пачка. Единственное, что можно законтролить квадрат. А, и играть чуть-чуть мороза. Все. И что делать? Просто танчи его, ну, на центре также. Слышно? Да. Я забегаю. 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. О-о-о-о, мороз, куда ты пошел? Ну, он не этот, не там, он что-то. Ну, да. Стукните, чего? А кого ты напуливал, Невер? Почему он снова босса набежал? Не, а кого? Кого? Конечно. Ну он трит набирает уже. А почему ты напуливаешь в него? Да не напуливаю я в него, я в тебя напул даю перед боем. А ты в ком, в ММе? Да. Хуй знает. Да он врывается, чардж плюс этот... Так он не может дать больше тебя агро. Да он дает больше агро. А никогда... 24, он же там 2 реванша, все. Ну как это, превосходство. Че, косты не кикаете? Мышление, я не понял, косты кикаете. Так, вы барона там контролите? Так, надеюсь, Изука сам раскол нажмет, иначе сдохнет. Ага, совинный этот старфолчик достал все-таки барона. Да не, он уже в этом стоял, в шеке. По идее, не должно было сбить. Ну, раскол, ой, этот. Старфол точно у него прилетел. Ну, можно фернуть. Просто паладину и все. Ой, да плевать, типа, просто дисбальтик. Он сильно, да, он получится. Такого не делает особо, я смотрю. Но он единственное, что стан дает, вот это паралич, это лучше зафилить. Ну, типа, так, это не паралич, это магия. Ну, я понимаю, вот видишь, как сейчас, например, у тебя за этого, и все. Не, ну, парал это другое. Я имею в виду, ну, типа, просто выражение, я не говорю, что это паралич. Он больше не спрячется или что? Кто? Мороз. Ну, фаза. Ну, он же корота раскидывает. Часы уже падали хоть раз? Не раз. Да, но не у нас. Тебе сегодня упадут. Да, я тоже ни разу не видел.
Да вряд ли. А что это? Это 4. Они долго очень падают. Опа, чивонька. Хуй-то. О, идол, нихуя себе. Так жизнецвет это, по-моему, юз успел, нет? Нет. Почему кристалл бездны падает, а не пропасть? Стой, стой, нет, не заходите наверх. Становитесь здесь внизу, и Зука также через глаз просто поведет нам. Потому что это шмотки нарисованы. 70-х шмоток. И там раз через раз, там даже бывает в РБК падают кристаллы пропасти за шмотки. Ну как повезет. И это бездны. Ну, я знаю, а в РБК падает, бывает и бездны, и пропасти падают. Идеально, зайди, типа, в брос в луне, а мы давайте чуть дальше дойдем вот сюда, в крестик. Я в РБК был, у меня 5 кристаллов пропасти. У тебя макрос какой-то на метке? Нет. Что, один это мало. Ты быстро ставлю или что? Ну, показалось, как ты на бегу бежал, так еще и поставил. Ну да, да, я на ходу и ставил. Я просто пытаюсь нажимать кнопочку. Я типа делаю вид, что я умею играть, но это не так. И все делают вид, что умеют играть. О, это нормально. Ну, пачка. Сейчас кинуть? Нет, не надо. Не херово. Когда стоят, КД что-то будет, там скажите, если надо откинуть. Умрете. Там еще бежит пачка. Сейчас на пол там, в трех. Все, можете врываться тут. Можно даже откинуть вот этих троих, типа, чтобы они стали, ну, ровнее, да. Пойдет. Ну, типа, в основном для сбития коста используется. А так, чтобы... А у нас выравнивание. У нас ровно они хуй встанут все равно. Ну, тренируйся, значит, так, чтобы выравнивать. Да, плохо, значит, даешься. Че, до сих пор стоим еще тут, да? Да нет, там уже можно подниматься в целом. Там, ну мы же сейчас на этого идем, погибель плюс этот. А, нихуево еще стоят. Ну давай, давай, пуляй вот так вот будет ставить. Сначала по этим, по основным боссам пойдем, потом пойдем домой. Да, по основным, а потом уже зайдем до... Там с бабы нужна шея. А где вы стоите, ребят? Вы не там. Ну, боссы вообще. А что на пол у тебя не сработало никому? А не, не, сработало. В босса, потому что сработал. Да какой в босса, блять? Босса просто не было рядом, поэтому на пулы не сработал. Ты макрос проверь свой. Нет, там босс реально агрорил, что дудон там лал, блять, типа, по КД. А он что, 24? Да, да, да. Там типа вот этот удар основной, вот он может типа, играет. А как с ДКшки он может сорвать агро? И, блять, и что? Легко. Да нет, ну там, блин, 2 ЛПшки не должно рваться даже в 24, там по 40 ЛПшки минимум. Знаете, что я так подумал? Кайф дыню. Как ты сказал? Дыню кайф. Корнеас, за контроль-то? Корнеас, купишь дыню? Не бейте, не лезь. Я ошибка стою. Пиздец. Сейчас, блядь, он только сейчас на босса сядет, он пиздов ломит, блядь. Каждый, кто, блядь, тычку нанес. Грады, старфолы, плевать. Он разбираться даже. Я вихрь дал там, блин, на косаре хп, блять. Из Долорана можете не выезжать вообще, он вас чаржится в воздухе будет. Не выезжать. Не, ну я стоял в чем спанил, что да. Это Долоран безопасная зона. Ну да, Долоран. Долоран и шатра. Шатра, да, все, больше, типа, спасения нет. Ну, у меня АУ в Долоране. Ну, все. АУ. Так подождите, а зачем нам тогда сейчас погибель? Давайте и погибель после токенов, нет? У погибели хороший лут. Какой? Левый. Ну там типа, много статов на каждой шмотке. Ну, пример. Ну, мы левый можем... Левая рука бисела, крит фаст. Чест кожаный, чест кольчужный, рука левая, по-моему, очень хорошая. Ага. Поэтому, ну, не вопрос, мы можем ее тоже на потом оставить. Абсолютно проблем. Но погибель прям дефолт надувать надо. Не, ну щит на транс мне нравится. Ее бить просто 11 минут. Ну, это уже ваши проблемы, вы просто ДПСить больше должны. Да какой 11? Мы же во втором рейде убили ее за 10 минут. Ну, вы быстрее даже убили, у нас Герань откатилась минут за 6-7, по-моему. Еще посмотрим. Да какие? Нет, Невер. У нас как ну, раз Гера откатилась. Нет. Типа, вот ровно 10 минут мы ее били. Если Гера была с пула. Ну давай, давай. Сейчас, короче, поправим положение. Дадим и посмотрим.
Ой, простите, что-то я думал, мы сразу будем бить. У нас же здесь босс. Вы пошлите дальше? Ну, погнали дальше. Потом погибли и всех убьем, бля. Потом на деву возвращаться, там, на оперу, что кому-то надо. Дева кому-то, как я услышал, нужна, да? Угу. Шея. А тебе на кота типа шея? Ну, на танка, там же сам с мастерством просто. И с дыркой. Бля, вы все равно спулите ее, правильно? Ну да. Мы все собрали. Лос, по-моему, никак. Что? Она же не лосается. Это лос, душа. Да? Стой, подхилися, блядь. Да не, не хилься. Так, у нас скиллы есть. У меня есть игрок, можете хилить. Я поднапулил, что нормально. Блять, надеюсь, не перчатки на лоб. Вой там бьет на ходу, все нормально. Бля, дотки навешиваюсь. Ну понятно, понятно. Бля, мы что, с аспектом бежим? Почему меня фризит? Нет. Я вообще решил аспект больше не включать. Зачем, типа, дополнительную кнопку на панели держать? Ну, я согласен, типа, беспонтовая штука. Я, типа, вообще в целом думаю о том, что просто научиться быстро печатать еще быстрее, чем час, и через, ну, типа, слэш использовать скиллы. А еще круче макросы. А я, кстати, скидывал видео там, где, по-моему, в БК-контенте Сурф... По-моему, арену играл. Да, он играет арену, он реально пишет там слэш каст эдишот, типа, слэш каст этот, слэш... и так далее, типа, ну и он, короче, убивает типов там. Ну ты это, и релить еще можно через чат, через объявление рейда. Кстати, да. Давай, полезно. Начинай, сейчас будешь тренироваться. У меня проблема, у меня пробела нету, и мне приходится... Похуй на пробел, будем слитно читать, так быстрее. Да я не могу слэш-ОР писать, типа. Типа, слэш-ОР пробел не могу сделать, а типа слэш-ОР он не оставляет. Экранную клавиатуру включай, блин. Вот это да, вот это другой разговор. Есть. Нет, такой... да я нашел способ, типа можно, короче, чей-нибудь ник два раза нажимать в чате, он пробельчик оставляет. Выделяешь пробел и Ctrl-C жмешь, и потом вставляешь. Знаешь, что в компетенциях, конечно. Ой, мне прям нравится этот рейд, я уже с двумя ачивками, прям секс, по-моему. Ну что, муж, аккаунт продавать? Так это же этот, это коржан-обычка, какие тут ачивки, это же все мусор. Нет, кстати, нет, надо косты позбивать. Нужно косты позбивать, сейчас еще будет. Будем закрывать фаер школу. Какой именно школу? Не, аркан, туда лучше там стрелы долго кастуют. Так аркан вы не сделали? Мы ничего не сделали. У нас фейлят. У нас хантер слабый. Ебать.